В городе состоялся открытый конкурс по подбору подрядчиков выполнения работы в данном случае по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по улице Парковая, дом 9. По итогам конкурса победителем оказалось предприятие ООО «Мастер Кровля». Срок сдачи комиссии законченного объекта 30 сентября, но работы уже завершены. Мы заменили здесь кровлю полностью, 100%. Это снятие старого рулонного покрытия, рулонной кровли, восстановление стяжки. Вот. И это самое, сейчас использованы у нас современные материалы кровельные, полностью замена кровельного ковра. И восстановление отделки парапетов, это из листовой стали. Как вот показывает практика, если при нормальной эксплуатации и уходе за кровлей, у нас кровли по 15 лет служат, пока таких вот видимых серьезных дефектов не выявлено. Ну, где-то приходится, может быть, в процессе обслуживания небольшие там проклейки, вот такие вот вещи. А так, в целом, материалы показали себя не с плохой стороны. Появляется в два слоя. Материал армированный, довольно-таки крепкий, выдерживает и снеговые нагрузки, и присутствие человека во время уборки снега. Также работы ведутся еще в одном доме, гидростроителей 6, плюс капитальный ремонт фасада дома идет по улице Жени Крутовой, 20. Из домов, которые находятся под управлением МУП УК в ЖКХ, в трех домах на сегодняшний день проходит ремонт. Мы частично делаем текущий ремонт. Это частичное снятие кровельного ковра, восстановление. В нашем управлении сейчас уже более 260 домов, это включая ООО УК ЖКХ, ЖКХ и МУП УК ЖКХ, вот две вот эти компании. Ну, порядка 20 домов, это я считаю как минимум, необходим капитальный ремонт. А если согласно вот сроков, вот, есть строительные нормы, где срок службы рулонных кровель, в общем-то, 10 лет. Вот если придерживаться этим нормам, то будет, конечно, гораздо больше. Ремонт кровли по улице Парковая, 9, длился чуть более 20 дней. Сейчас дом к сдаче готов полностью. Елена Фирсова, Павел Андреев, Новости ночи, Баксарска.